Подъем в 8 утра, но сегодня все пошло немного не по плану, ведь с самого раннего утра в детском оздоровительном центре имени Деева готовится к юбилею 65 лет со дня образования лагеря. За 65 лет 260 смен и свыше 65 тысяч детей, десятки знаменитостей и именитых спортсменов в качестве гостей. За это время лагерь имени Деева даже успел поменять местонахождение. Перебазировался с Пальцинского острова в живописное место в лесу материка, неподалеку от Волги, в левобережной части города. Сегодня в лагере стартует очередная вторая смена. У нас она идет под девизом «Летний калейдоскоп», но отдыхают у нас православные отряды, центр развивающего отдыха и школа «Лайт», которая занимается английским языком и лингвистической направленностью. Ребята из второй смены стали участниками исторического события для лагеря, поэтому вместо обычной линейки их ждала праздничная, на которую они пришли ровным строем. Торжественная обстановка в честь юбилейной даты. Я приезжаю в этот лагерь с 2015 года, и каждый год возвращаюсь сюда снова и снова. Здесь у меня очень много друзей, с которыми у меня связано очень много воспоминаний, и я вообще их очень люблю. Мне очень нравится здесь место, здесь очень хороший воздух, инфраструктура. И вообще здесь очень интересно. Это не просто лагерь, это детский оздоровительно-образовательный центр. Здесь кроме оздоровления еще образовательные программы есть. И к тому же он отдыхает не в обычном отряде, а в православном отряде. В течение учебного года те ребята, которые посещали воскресную школу, у них есть возможность здесь во вторую смену отдохнуть в православном отряде. То есть плюс к мероприятиям, которые есть в лагере вообще, добавляются еще внутриотрядные православные мероприятия. Это очень ценно для нас. После переклички звучит гимн, а дальше процесс возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза. Дальше все действие перенеслось на главную сцену, где в самом начале праздничного концерта мальчишек и девчонок с зажигательным танцем встретили вожатые. Следом за ними ребят поздравила молодежь из военно-патриотического клуба «Володарец». Ну а вечером после плотного праздничного ужина участники второй смены пойдут на юбилейную дискотеку. Рената Алиулова, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.